Хотел бы обсудить с вами, друзья, проблемы, которые связаны с межличностным общением, активно разрушаемым цифровыми технологиями. Каждый сам за себя, каждый другого ненавидит, и каждый что-нибудь придумывает для того, чтобы возвыситься за счет другого, унизив его. И вот эта попытка всех вокруг унижать, это, ну, самое сладкое для личностей с неглубоким интеллектом и с отсутствующими нравственными устоями. Постоянно идут оскорбления под видеороликами, я их удаляю, и те, кто допускает такое, сразу стираю. И другим советую, надо чистить свое информационное пространство, иначе вы будете жить по горло в дерьме. Вот всех, кто допускает хотя бы единократно клевету, ложь, оскорбление, надо удалять. Удалять и никогда даже не вступать с ними. Если у вас есть малейшая какая-то зацепка, и вы можете предположить, что человек все-таки ошибся, ему что-то надо пояснить, вот что-то не понял. Не просто односложное. Ну, я опубликовал видео про сатанинский храм, и мне пишут, да ты сам сатана. Ага. То есть человек вообще ничего не соображает, там он может сказать, ну вы ошиблись, там что-то там, какие-то аргументы. Нет, нет аргументов, просто оскорбление. Ну, все, нечем разговаривать. Если человек пытается что-то объяснить и достаточно корректно высказывается, а очень часто бывает, что начинают корректно высказываться, а потом заканчивают каким-нибудь оскорблением, ну тогда еще как-то можно какими-то парой фраз его остановить, образумить. Вот не отвечать на клевету клеветой, не отвечать на оскорбление оскорблением. Но если вы видите, что бесполезно, то есть в ответ будет только оскорбление, просто без слов, без дискуссий удаляем, и больше этого не должно быть. И больше не общаемся с этим человеком никогда. И когда вас просят, ну вы понимаете, там надо... Вот вы кого-то заблокировали. Иногда можно, я очень редко практикую, когда разблокирую, до этого и не будет. Перед вами миллиардная аудитория. Зачем цепляться за отдельных каких-то подписчиков, которые вас ненавидят? Ну, ненавидят, пусть тряпочку ненавидят. Как только высказался, как только обозначил свою подлую природу, тут же за борт. Тут же за борт, так называемый бан, больше не встречаться. Тут у меня есть книжка, уже довольно давно написанная, я все пытаюсь предложить ее читателям. «Неприкаянные записки. Хроники неуместной эпохи». Здесь разные сюжеты, и многие эти сюжеты, поскольку жизнь я уже прожил довольно длинную, и те вопросы, которые волнуют всех, меня волновали с давних пор, и я подходил к ним как ученый, поэтому они здесь отражены все. Ну, скажем так, не все, но очень многие вопросы, которые кому-то в новинку, здесь обсуждены достаточно глубоко. И вот это просто случайно, я открыл, и я уже не помню, что там написано, там все-таки книгу написал, и она потом выветривается из головы. Когда пишешь, ты помнишь, что там есть, а потом уже все. Можно определить несколько форм догматически извращенной самозащиты. Люди как бы защищают свою самость, которая еще не сформировалась, которая совершенно отвратительный вид имеет со стороны, люди не замечают этого, то есть они себя не выстроили еще, личности как таковой нет, но они уже используют, именно поэтому используют догматическую самозащиту. Первое – изолированность отдельных суждений, противоречивость взглядов, то есть православный человек, ну, считающий себя православным, он не православный еще, но уже считает себя православным и считает, что он вправе осудить другого. И он осуждает не в виде увещевания, что для православного должно быть нормой увещевания. Нет, он в форме оскорбления. В форме оскорбления, конечно, никакие не... Это не православные люди, которые начинают писать тебе всякие гадости. А может, это даже уже и такие роботизированные тролли, которые рассылают на неугодные сайты, неугодные ресурсы. Вот всякие гадости. Это тоже повод, чтобы все это очищать. Как правило, не всегда, но как правило, эти люди не имеют своих личных имен.
не имеют. Либо это абракадабра, либо это какой-то никнейм непонятный, либо вот в самом таком гуманизированном очеловеченном виде это латинскими буквами записанное там, фамилия, имя. Вот один из признаков того, что вы имеете дело с троллем. Может быть, он робот, может быть, человек, это не важно. Но вот как раз их и надо как бы смотреть на них. С остальными еще можно поговорить. Изолированность отдельных суждений, противоречивость взглядов. То есть не прослеживается никакой концепции. Здесь можно сказать «да», здесь можно сказать «нет». Но поскольку вы однократно общаетесь с этим человеком, больше, может быть, не общаетесь, то ну, бессмысленно фиксировать разнородность суждений. Вы смотрите догматизированность взглядов. То есть вы видите догмат не в церковном смысле, а догмат какой-то отвлеченный от церковности. И в таком случае это антицерковный догмат. Никаких других догматов, кроме церковных, быть не может. И нравственные нормы все проистекают из религиозных смыслов. Ну, коммунисты, леваки об этом не знают и знать не хотят. Они говорят, какая религия 21 век? Ну, да, абсолютные невежды, тоже нечего с ними общаться. Особенно ярко это проявляется в отличии общих рассуждений от взглядов на конкретные явления, на конкретных людей. То есть пошел в храм, там молитвы, потом посты, там исповедь, все, да, это одно. А когда речь о конкретном событии, все совсем по-другому. Отсюда возникают православные сталинисты, отсюда возникают православные путинисты. Я знаю несколько человек, с которыми некогда был знаком и считал их приличными людьми, а теперь они сталинисты, путинисты, просто ужас какой-то. Вот это догматизированное мышление. У них догматы в одну сторону, а оценка реальной ситуации в другую. Они не видят связи, не видят. И поэтому у священников тоже возникает такой казус в мозгах. Они проповедуют одно вот вообще, то есть общие нравственные нормы они пропагандируют, а когда речь идет о конкретности, они вдруг говорят, так, все на выборы за Путина, за Конституцию, там про Бога будет написано, ура! Ну, это преступление, это предательство Бога, поэтому я лично с такими священниками просто крест, все, буква хер, извините уж за выражение, русская буква такая, так она называется, вот этот крест косой ставим и больше с этим человеком не общаемся. Он для нас и не священник, и не собеседник. В сторону. Второе. Последовательное неодобрение тех сторон действительности, в отношении которых имеется неосведомленность, нежелание получать дополнительную информацию по этому поводу. То есть невежда становится автором нравственных оценок. Он не желает ничего знать, ну как сталинисты. Какие такие расстрелы? Вы мне документы покажите. Да документы все есть. Ну представьте себе ситуацию, когда каждый день в Москве, ну тогда Москва была там, наверное, раз в 10 поменьше, ну не в 10, но в 5 точно. И каждый день 100 человек отвозят на полигон и пуль в затылок. Каждый день 100 человек. И каждый день черная Марусь в разные стороны ездят эти черные машины с решетками. Кого-то забирают, отвозят на полигон и стреляют. Да? Классно. Отличная жизнь. Ну вообще, жизнь стала лучше, и слава великому Сталину. Вот так и продолжается, вот такое мышление продолжается, а информация, которая имеется, не это в сторону. Это, тут дискуссия о том, а сколько стоил большевизм русскому народу. Ну, скажем, в целом всем народам России, исторической России, ну, подавляющее большинство из тех, кто пострадал от большевизма, конечно, это русские. Цифра там Солженицын с потолка взял, написал 60 миллионов. Реально демографический расчет показывает 110 миллионов. Ну, плюс-минус, тут точность демографическая, а какая нам разница? 100, 110, 120? Нет, это немыслимая сумма. И говорят, а вы покажите, где документы, чтобы столько было расстреляно. Ну, нет таких документов. И не расстреляно, это демографически чистые демографические потери, в которые включаются и потери на войне, подавляющее большинство из которых было абсолютно неоправдано. Абсолютно. Немцы хорошие бойцы, вояки, но параллельно существующий голод, эпидемии, расстрелы в тылу, гибель заключенных и так далее.
это все списывается, это как будто это все немцы, это все немцы. Даже да вы сами свое население гнобили ужасным, ужаснейшим образом. А потом приходили на освобожденные территории, люди ждали, вот они освободители. А освободители начинали вешать, потому что приходило НКВД, там спецотделы, кто тут? А, ты в этом самом, вот здесь вот в каком-нибудь немецком учреждении работал, ну так ты же изменник, либо тебя в лагере, ты там умер, либо тут же прямо вот и повесили. Да? Ну, селяне так собрались, сказали, ну вот этот у меня мешок картошки украл, на виселицу. И этого было немало, скажем так, из... И сейчас пытаются как на войну, давайте все спишем. Это все немцы, это все особые условия, поэтому сколько там, 26 миллионов насчитали. И один придурок из депутатов, а они все такие, сказал, да нет, 40 миллионов. Ну, чтобы скрыть вообще все потери, которые связаны с индустриализацией, с коллективизацией, со всеми этими муками, которые мы приняли от большевиков. Нет, все это отбрасываем, ничего нам это не интересно. Третье. Преувеличение различий и преуменьшение сходства между правильными и ложными суждениями. По мнению догматика, ложные суждения принимаются как однотипные. То есть все, что, с чем они не согласны, они оценивают по одной шкале. Никогда не выясняют, насколько они компетентны выносить соответствующие суждения. Различие между вот одно суждение, другое, там слово вставлено, все, ну, суждение может быть другое, смысл нет, неважно. Набор реперов, вот символов. Как ну вот, актер, хороший актер Меньшов сказал, что любой антисоветчик – это русофоб. Нет, любой советчик – это русофоб. Вот коммунистическая доктрина – это и есть русофобия. А в Советском Союзе все, что русское, все, что осталось от Руси, все, естественно, было правильным и тем, что должно поддерживаться и сейчас уже постфактум, но все, что исходило от коммунистической партии, партхоз номенклатуры, то есть от советской власти, все это абсолютно для нас неприемлемо, неприемлемо. То есть советизм, попытка вернуться в СССР, попытка черным залить всю историю, предшествующую истории России, это и есть русофобия. Поэтому хороший актер сказал неправильные слова. Поэтому я его, как хорошего актера, который... Мне очень понравилась эта ситуация, когда там какой-то конкурс, киноконкурс, и вот фильм «Сволочь», абсолютно лживый фильм про там каких-то этих... про шпану маловозрастную, которую якобы там какие-то спецотряды из них сформировали, и вот они там резали немцев и хамили своим инструкторам. То есть то, чего не могло быть, вот этот фильм объявили победителем на каком-то конкурсе. Ну и Меньшов открыл, открывая конверт, прочитал это и сказал, я не могу вручать никаких премий, бросил этот конверт и ушел. Правильно сделал, правильно. Но в этом случае, ну, он вышел из советской системы. Понятно, что ошибки эти объяснимы. Их оправдать нельзя, но они объяснимы. И получается так, эту фразочку вырвали, и теперь ей везде щеголяют. Меньшов хороший человек, мы его словами щеголяем. Все, что остальное, он сказал, да это неинтересно, зачем нам на это обращать внимание. Мы вот этим пытаемся убить вообще все. Убить русское движение, убить русские национальные интересы, русское национальное самосознание, русскую историю. Все убить, все заменить совком. Этого не должно быть, и это признак догматического мышления именно в плане подлости. То есть подлое мышление, неглубокое и направленная на максимальный ущерб для русского народа. Не только эти сверху, не только эта нечисть, пробравшаяся туда, наносит ущерб, но и вот эта вот мелкая шушера охлас, то есть чернь толпа. Вот они наносят громадный ущерб, и они не позволяют нам разгромить эту в полной мере сатанинскую власть. Четвертое. Подозрительность к тем, кто проповедует противоположные взгляды, игнорирование расхождений во взглядах своих противников. То есть, да вы все одинаковые. Ну, там, скажем, я когда-то был в Госдуме. Ну, все депутаты одинаковые, ты тоже там был, все одинаковые. То есть, никакой дифференциации. Никакой. То есть, предметно рассматривать, кто чем там занимался, кто вор, не вор, рядом сидят, какая разница. Все вы одним миром мазаны. Вы повстречались один раз, на одной фотографии появились. Все понятно с вами, и вот это вот подлое мышление, оно как бы отождествляет. Рядом стояли, значит, единомышленники. И вот это сплошь и рядом происходит.
отношение к окружающему миру как источнику угрозы, нежелание вводить новшества в свой сложившийся стиль жизни. Как были суждения, так и остаются. Ничего не читаем, ничего не слушаем и одними и теми же стандартными штампами штампуем эти гадости. И сейчас есть возможность, раньше, ну, поди, найди такие уши, тебе плюнут в рожу или кулаком дадут по лицу. Ну, в хорошем случае ладонью, а так вот и поколотят за твои подлости. А теперь, пожалуйста, ходи, аноним такой ходит, крутой, всех поливает грязью штампованными фразами. Неспособность отделять ценную информацию от сомнительных сведений, подкрепленных только соображениями престижа их источника. Ну, раз это сказал вот он, да, там, министр, банкир, да, он сказал, да, он же не простой человек, да, диктор сказал. Мы всему верим, естественно. Если мы определили, что вот этому мы верим, вот этому проходимцу, который когда-то там был известен, теперь у него своего видеоблог, он говорит беспрерывно гадости о русских, но мы ему верим. Мы верим, мы принимаем его суждения как те, которым следует действовать. И кое-что из самого простого стараемся повторять. Вот я призываю аудиторию стараться, ну, в каждом есть эта червоточина, и бесы за язык каждого дергают, стараться минимизировать вот это влияние подлости. И расчищать подлецов вокруг себя, не держать, выгонять просто на раз. И если вы не в сети, то вы не погружены в эту подлость. Выйти из сети невозможно, потому что это теперь средство общения, и невозможно от этого средства отказаться, в особенности в общественной деятельности, потому что ничего другого больше нет. Ну, были бы там какие-то газеты еще как-то, ну, люди уже перестали читать книги, газеты. Я вот все время предлагаю, вот, неприкаянные записки. Ну, много интересного здесь найдете, много интересного по разным направлениям, там, включая там социальную психологию, включая вопросы мироздания и так далее. Такая комплексная книга. И по каждой главе здесь можно было отдельную книгу написать. Там, по том, как уничтожают частное предпринимательство в России, путиноиды. Вот все это есть. Но люди не читают книг. Ну, крошечный тираж, и некому читать. Как же это так вышло это с нашей страной? Ну, хотя бы в сети вы читайте то, что достойно. Не надо читать. Вот, ну, мне приходится, раз я веду свою видеопередачу, то я должен уничтожать всю мерзость, которая туда затекает в виде комментариев. Я этим занимаюсь. Многие не занимаются в погоне за тем, чтобы было как можно больше просмотров. Больше ругни, больше просмотров. Нет. Давайте будем соблюдать правила социальной гигиены и не будем допускать в среду своего общения заведомых негодяев. Тогда Русь возродится, и тогда мы сломаем хребет этому ненавистному оккупационному режиму. Слава Руси, Господи, спаси!